В Общественной палате Российской Федерации предлагают создать реестр с данными лидеров действующих в России тоталитарных сект, которые могли бы использовать полиция и спецслужбы. Создавать единый реестр тоталитарных сект было бы неэффективным. Более действенным может оказаться создание реестра лидеров данных организаций, поскольку фамилии, в отличие от вывесок, зачастую всплывают одни и те же. Работать с таким реестром должны представители МВД и спецслужб по всей России, заявил член палаты, президент информационно-аналитического центра «Религия и общество» Алексей Гришин. Также для эффективной борьбы с тоталитарными сектами необходима общая методика для их первичного выявления, добавил Гришин, которого цитирует пресс-служба Общественной палаты. Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что госструктуры должны усовершенствовать нормативно-правовую базу по контролю за деятельностью тоталитарных сект.